В лесу, казалось бы, сейчас в ноябре тихо, никаких птиц не должно было бы слышно, но вот мы слышим в основном крики дроздов, дрозды и рябинники. Рябины много в лесу, вот они. Наслаждаюсь изобилием рябины. А я наслаждаюсь тишиной. Мне иногда кажется, что все сошли с ума. Все люди. Черт знает, что происходит. Не всем кажется, что это в порядке вещей. Я так не считаю. И хочется отдохнуть и от новостей, и от людей. Хотя я людей-то и не вижу. Пойти в лес, в тишину. Сегодня особенная тишина. В лесу приятно. Аромат палых листьев, мокрых деревьев. Грибной аромат. Того, чего не хватает приличному человеку. Тишины и покой.